связываемся с банком. Сейчас сайт блокируется и все. Опа! Стой! Куда ты пошла на хрен? Взломать сайт не получается. Давай, стой! Телефон! Чего? Вот она! Стой! Да! Что это? Кукушка капец едет уже. И вот такую тему придумал специально для вас под Новый год. Без каких-то там, так скажем, обязательств регистрации и всякого-всякого. Просто реально любой из вас может выиграть несколько айфонов, iPad и наушники от AirPods. Это будет прямой эфир прямо здесь на канале 28 числа. Ждите. Вечерочком мы проведем прямой эфир. Сколько он будет длиться, я не представляю. Знаете почему? Потому что я буду крутить, так скажем, колесо фортуны. И пока не попадутся все эти айфоны, айпады и так далее, я, наверное, не уйду с прямого эфира. Потому что, ну не знаю, а вдруг 10 часов там. Короче, пока все не разыграю, я не уйду из прямого эфира. И по-любому кто-то из вас получит один из призов под Новый год. Вот, это я придумал 28 числа. Ждите. Всем привет, меня зовут Костя Павлов. И вот мы встретились уже на моем основном канале Костя Павлов темы Mystery Box Online. Как она зашла на моем втором канале Павлов Лайт, я, честно говоря, я в шоке. Ни один ролик так не набирал, как Mystery Box Online. Два последних ролика набрали почти столько же, сколько у меня на 2 миллионах набрали ролики вот на моем вот этом канале. Я просто... Как? Неужели вам настолько интересна эта тема? Вы видите, что это тот самый мой аккаунт, где осталось 3622 рубля, но были комментарии по поводу того, что типа, Костя, наверное, твои... Господи, боже ты мой. Здравия желаю. Комментарии по поводу того, что Костя, твое видео уже видели, тебе уже там подкрутили, поэтому ты выиграл Nintendo Switch и колонку, да, Яндекс-станцию. И я, кстати, вообще не исключаю этот момент. Что мы сейчас делаем? Жмем выйти отсюда, авторизируемся на совершенно другую почту. А, нет, подожди, это же не авторизация. Блин, регистрация. Вот, регистрация. 3 первые буквы запомнили, потому что там будет, когда что-то выигрываешь, там же интересно будет смотреть, показывают мне или нет. Потому что дальше я вам свою почту не покажу. Зарегистрировали мы новый аккаунт на совершенно другую почту, и теперь от 100% не смогут понять. Итак, как я и обещал, пополняю сумму пополнения на 50 тысяч рублей. Так, все. Че, я жму? Оплатить? Да. 50 тысяч. Оплатить. Сейчас сайт блокируется и все. Связываемся с банком. Пришел код. Все. Ну да, нет. Оплата прошла. Во, все. 50 тысяч просто на счету. Ох. Так, сейчас на сайте 61 человек. Кстати, когда мы начинали, всю эту тему было там 20-30 человек. Я начинаю и постепенно с вами обсуждаем все это дело и вот так вот накручиваю. Мы с вами выяснили, что самые клевые у нас за 249 и за 5000. Так, барафон, фигня. Вот это мой любимый, правда. Это мой любимый, потому что там наименование товара очень такое, как сказать-то, соответствующее. Вот, например, мышка за 249 рублей. За 500 рублей открываем. Сейчас прям все вот так подряд пойдем. А потом уже будем варьировать. За 500 рублей у нас... Открываем за 1000 рублей. Что у нас здесь выпадает? Да, опять наушники. Прям все рядышком, но нет, наушники за 2500 рублей. А потом можно пойти еще раз, но уже X2 делать. Потому что реально, когда что-то у меня круто... Ух ты! А, нет, держатель. А было похоже типа на телефон или на что-то. Когда у меня что-то нормально выпадало, это когда было либо X2, либо X3. Все, за 5000 рублей. Что мы здесь можем получить? iPhone, смартфон, ноутбук. Итак... Все, за 5000 рублей. Крутим, вертим. Давай. Стой. Квадрокоптер. Квадрокоптер нормально. Сима какой-то. Так, давай-ка посмотрим в личном кабинете. У меня теперь квадрокоптер 4600. Тату-держатель 1650. Убираем его. Наушники убираем. Хоко убираем. Это убираем. Все убираем. А квадрокоптер... Кстати, нам нужен квадрокоптер? Подожди. Мне просто любопытно. Копировать. О. Квадрокоптер Сима на CityLink. Во, да. 4800, 3500. Не, они так на самом деле и стоят, да. Нет, тогда я квадрокоптер нахрен продаю. Да зачем он нужен, блин? Ты что, серьезно, что ли? За 149 рублей. Открываем. Все. Пошли мои любимые паки.
боксы. О, там наушники чуть не попались. Хокодержатель. Фигня. Нет, за 249 рублей. Вот он, мой любимчик. Давай, что-нибудь, пожалуйста, что-нибудь нормальное. Давай. Наушники Redmi. Так, мы уже, в принципе, к этому привыкли. За 249 X2. Что-нибудь нормальное. Наушники, стой. Еще на какие-то наушники, но уже какие-то другие. Так, и за 249 X3. Сразу бахнем прямо, вот, ну чтобы просто смотри, перло. Сейчас часы попадутся. Смотри. Часы! Стоп! Да! Да ну нафиг. А. Прям рядом с пылесосом было. Verafone контроллер. Так, сейчас. Подожди, что-то из этого хоть сколько-то стоит? Контроллер вообще. Да, 160, 170, 220 Redmi наушники более-менее. Все, у меня еще 48 тысяч. Как будто бы я типа и не играл. Давай. За 500 рублей, я чисто по твоей реакции. Да иди, да конечно. Хокодержатель X2, 625 рублей. Блин, когда столько много денег, вообще можно, мне кажется, можно просидеть здесь до бесконечности. Вы выиграли Barafone адаптер. 500 X3. Стой, 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 куда ты пошла нах... Хрен. Часы. И там прямо они явно были какие-то нормальные. А, за 1000. Мне вот, честно, за 500 и за 1000 как-то не очень. 249 и за 5000. Боже, стой! Вот она! Вот она, красавица! Чё тебе? Колонка, херня, там часы. Чё тебе? А тебе не нравится эта колонка, там что ли? Часы чуть не выпили, он прям на часах. Да не, ну это классно, блин, это классно. Разработчик не видит, они сейчас часы выпадут. Блин, ну она реально почему-то дешевая, 630 рублей блин, всего. Все. За 2500. Вот это вот самый-самый крутой. За 2500 тут... Ноутбуки, Яндекс.Станции, Dyson пылесос, Samsung, под Samsung мне выпал в самый первый раз. Apple iPhone, MacBook, Apple, короче, куча всего. А давай что-то сейчас откроешь мне это. Что я сейчас открою? Это то, это Вадиму, короче, все, пойдет. Давай. Давай, мне пофиг вообще. Ну, вот тебе держать. А, нет, слушай, это Хоко беспроводная зарядка для часов и для телефона. Ну, подожди-ка, ну-ка, сколько она стоит? 1300. А, открыл за сколько? А, да. За 2,5. На самом деле не понимаешь, да? Да, да, да. Когда уже много открываешь, вообще уже непонятно, что к чему там. Так, открываем за 5000. И я ни разу за все время не открывал за 5000 X2, X3. Сначала просто открываем за 5000. Давай, стой, 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 телефон! Чего? Какой? Это телефон ZTE Blade. Ну, мне кажется, он хрень стоит. Ну, его с чипа за 4500 можно продать. Да. Ну, это телефон! Не, ну я бы его на самом деле оставил бы. Чё? Зубная щетка Philips Sonicare. X2 6250, а X3 7500 просто сейчас. Все, 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 все. Стой, стой! Тендер опять. А что это выпало? Я реально на секунду подумал, что сейчас у меня будет это. Наушники Huawei. 4800 они стоят. Вообще, в принципе, тут прямо вот все, знаешь, вот чуть-чуть на грани. Телефон оставь. Я телефон хочу оставить, правда. 249. Мой любимый, я уже 1000 раз говорил за 249. Он прям топовый. Стой, стой, пошел. Нет, все. Хотя, что-то уже в последнее время как-то он мне уже меньше нравится. Просто за... Подожди, мне за 249 пылесос выпал. X3. Давай. Давай, пошла, пошла, стой! Вот какая-то таблетина была. Так, что за какой открываем? Короче, реально за 2,5, за 5 тысяч самый топовый. Вот за 2,5 я еще ни разу X3. Не открывал. X2, X3, стоп. Все, все, давай, пошла. Что это? Что это такое? Бусис удлинитель. Нахрен бы он не сдался. X2, 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 пошла. Оо, а что это за... Что за грибок? Хоко микро... Что за грибок? Нет, правда. А, удлинитель за 2000 он стоит, да идите вы. А вот Хоко микрофон. Что за Хоко микрофон? Просто ни хрена не видно. Ну, выглядит прикольно. Пока что оставляем его. Подожди, сейчас какой? X3, да, по-моему? X3 за 2500 X3. Давай, давай, стой! Стой, проехай! Дальше, какая-то дальше! Какая-то... Леди Стар микрофон. 1200, не, нафиг. Пока есть деньги, давай, короче, херачить. За 5000 просто фигачить. Вот она! Вот она! Вот а это, что это такое? Это, кстати, а это планшет. Prestige Wise. Wise, эй. Prestige Wise, ну-ка, погоди-ка. Блин, кстати, нормально. Сколько он? Вот, что это такое, а? Реально сейчас есть такие цены? То есть я просто не могу, не предполагал, что можно планшет, да, взять за 4000 рублей. Ой, да он дороже стоит, да, я его тогда оставлю. А вдруг там как-то система работает, что типа, ну, нужно всякие выбирать?
Что это? О, это фигня, прям вообще фигня. Это хрень, которая для типа селфи. Да, для селфи, да. За 249, мой любимый. Ну не подведи меня, пожалуйста. Пожалуйста, не подведи меня. Сделай покрасивее. Стой! Опять одни наушники, блин. Хороший выбор за 500. Станции нет. Бляха, какие-то наушники, да, за 500. Так, ладно. А, за 1000. Топчик. Открываем за 1000. Пу-бу, 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 пу-бу. Да нет, это эти, как они там, Ахоко часы, которые, знаешь, там, шагометр, вот эти все. Слушай, 750. 2500, вот они, мои любимые боксы пошли. Боксы или как их назвать, правда? Боксы, пачки. Стой, идут! Блин, опять удлинитель. 5000 рублей. Давай. Давай. Если хочешь, даже можешь какой-нибудь там X2 там сделать или что-нибудь. Ну давай X2 долбай. Ну давай, и долбани X2. Что можно выиграть? Просто надо тыкнуть пальцем и понять, что я хочу. Я вот, например, хочу... Во, я хочу радиоуправляемую машину. Я очень хочу себе машинку такую. Все, поехали. Ну она не стоит столько денег. Ну, я хочу все равно. Давай. Блин, это я думал GoPro. А это не GoPro, ёпта, я думал это реально GoPro-шка. Слушай, за 2500, за 5000. Ну за 5000, конечно, нет, фигня. 4300 ее можно продать здесь. Ну у нас просто дофига экшн-камера, нафиг она нужна. Это мы тоже продаем. Я не буду больше открывать. Это, короче, я тоже продаю, нафиг не надо. Все, у нас до сих пор 20 тысяч. За 249. Да я надеюсь, потому что в самом первом разу у меня в 249 был пылесос. А сейчас Hoku GamePad, да. Нет, давай 10 штук откроем. За 249? Да, прям 10 подряд. Давай, попёрл. Все, дело пошло. Все. Это второй, да? Пошел. Да, это второй. 10 подряд. Вот прям реально интересно. Сразу давай прям. Сразу да. Не, без иксов. Без иксов прям сразу. Все, сразу пошло. Ух ты, это прям азарт. Давай. Стой! Пожди, стой! Да что же ты опять? Какая-то херня. 4 раза давайте. Дальше. Херня какая-то. Прям хороший, прям пожалуйста. Давай. Стой! Блин! Да идите. Но наушники какие-то. Это какие-то каку наушники. За 249. Давай. Что-нибудь хорошее, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, это у нас уже было. Еще что? Я уже забыл, сколько я уже открыл. Стой! Да что это такое? Опять вот эти. Кстати, вот эти, по-моему, наушники, они да. Ладно. Сколько осталось? Два. Две штуки. Две. Все, две. Осталось две. Вот она! Я прям уже давай, все, последний, пожалуйста, стой, да остановись-то хотя бы здесь, блин. А давай посмотрим, что там продать можно. А, да, там, по-моему, вот эти наушники, они, по-моему, они дороже стоят, чем он сам набор, взять. Вот он, да, он реально дороже стоит, чем набор, вот он. Да? Да, за 275 можно их продать. Лайфовый на 40. То есть мы, наконец-то, мы чуть-чуть окупились. О, подожди, там сейчас были наушники, за 490 я их продал. Серьезно? Да, просто я, блин, настолько быстро это сделал, что я даже сам не успел сообразить. Так, с 5000, у нас просто есть еще деньги, чуть-чуть. За 5000, опять. Опять, слушай, ну... Это уже две, это уже можно блогером стать. Уже можно двойным блогером стать, с двумя камерами. Так, открыть за 5000, все, вот сейчас точно что-то нам офигенное попадется. Стой! Да, что это? Офигеть. Ты еще сказал так? А это не... Нет, это не тот. Это не Samsung? Это нет. Это какой-то... Пылесос ручной KitFor. 4500? Вы че? Интересно, а как вот искать, да, вот такие вот моменты? Ну, может, это вот он 5590? Ну, типа, окупились. Так, это мы продаем, а вот пылесос что, оставляем? Да. У меня сколько денег еще? 15 тысяч осталось. Короче, за 149 открываем. Который называется каждый день. То есть можно заходить сюда, разочек открыл и пошел дальше. Типа, все, я получил держатель. Все, ну и можешь уходить. То, что нужно за 249 рублей, это реально то, что нужно. Открываем. Опа! Держатель и такой вот, какой-то криворукий. Но... За 1000? Топчик. Ну, давай, нет. Стой. Пошел дальше. Чуть-чуть. Нет. Вот как раз у нас еще осталось. На 2500. За 5000. Сейчас прилетит. Давай как это, Масленников делал монополию на миллион, а ты этот... Ага, нет. Тут на этом сайте... Чтобы окупил, вот оно. Прям все так рядом, но так одновременно далеко. Это за 5000 какая-то фигня? Это что за фиговина? За 4400 ее можно типа продать. Опа. Так, стоп. При обработке запроса произошла ошибка. Пожалуйста, свяжись. Я надеюсь, это не значит, что у нас сейчас... Что это за хрень?
Может, мы уронили сайт? Да нет, с чего мы его уронили? Все. Мне сейчас чуть плохо не стало. Я такой, возвращаешься в личный кабинет, а там ничего нету. Так, 149. Ну, каждый день какой-то. Ну, каждый день, да, вот это за 149 что-то, прям не реально знаю. Прям реально вот зайти, открыть и уйти. Ну, зашел, наушники вышел и ушел, да, все. И вот, за 249, мой любимчик, давай, пожалуйста, покажи, что ты реально офигенный бокс. Почти. Я прям... Они прямо сейчас специально так расположили рядом. Давай, за 500 рублей, пожалуйста, что-нибудь. Стой! Блин, это так было рядом. И одновременно так далеко. Так, за 1000. Пакмен. Давай, чуть-чуть. Я сейчас отсюда показался, телефон выпал. Нет, это барафон-колонка. Клавиатура. Так, итого у нас еще 11 тысяч. Серьезная игра. Начинается уже серьезная игра. Не, ну 50 тысяч открывать, конечно, тут вообще просто бесконечно можно. Нет. Блин. Держи. И опять колонка. Джей, нет. Хиперкаи. За сколько все это продать можно? Ну, за 4500. Что у нас? Сколько еще денег? 11 тысяч. За 5? Нет. Да подожди, я хочу по кругу. Мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, что вот если ты будешь открывать, типа, ну, таким вот образом, не каждый раз что-то в одно бить, то больше шансов. Смотри, я как думаю, что... Вот! Чё ты? А, я не открыл? Открывать! Я вообще, у меня вообще уже кукушка едет. А чё ты подумал, что... Я думал, что на колонку, да, у меня кукушка капец едет уже. За 500. У меня выпадало в 249 и в 5000 хорошие. Пока что больше нигде не выпадало. Вообще просто, чё-то прям всякая фигня. Так, топчик. Вот название топчик, а вообще не по названию. Телефон. Вот она, наконец-то! Не знаю. Зарядка? Хоку-зарядка. Это, слушай, а вот это, по-моему, прикольное. Вот это бы я бы, наверное, даже оставил себе. Так, что у нас там еще есть? У нас есть на 2 5000 и на 2 2500. Короче, 2 по 2,5 открываем. Да, закрыть. 2 по 2,5 и 1 за пятачок. Давай. Давай. Все. Я один какой-нибудь открою. Какой ты? За 2,5 откроешь? Я не хочу тебе давать за 5000 открывать. Давай за 2,5. Давай, да что, все вот рядом, блин, да вот. И все, у меня осталось, по идее, денег на один. Ну и там еще можно будет продать. А, давай, да, открывай. А давай Гарри Поттер открывать. Давай, Гарри Поттер. Опа, все, смотрим. Ну, серьезная игра. Давай, покажи нам что-нибудь хорошее. Что ж такое-то, блин? Что-то. Да что ж такое-то? Так, у нас осталось 43 рубля. В смысле? Да, но мы сейчас продадим. Продаем. 8 тысяч. Давай опять по кругу пойдем. Просто, я не знаю, честно говоря. Взломать сайт не получается. Пустим этот сайт по кругу, давай. Нет, 149. Это, кстати, нормально стоит, я смотрел твои выпуски. Чуть-чуть не хватило. Так, хороший выбор. Я просто теперь надеюсь, что на 500 и на 1000 может быть что-то. И на 2500 нет. Я уже привык к тому, что они тебя это, типа обманывают. И типа сейчас такие, вот и такие, ах, хер тебе. Где там сидит человек, который это... И крутится. Или колеса. За 1000. И у нас остается как раз еще на 5000-ную. Опа! Что это такое? Samsung Tab S. Что это? И что это? Что это? Это телефон? Или планшет? Samsung-то! Косарь. Так. Чего? 13 тысяч! Есть! За 1000 мы открыли. Охренеть! Он 13 штук стоит. Помнишь, я говорил, если что-то выпадет, там... Нет. Так тебе нужен, что ли, Samsung Tab? 16 штук он стоит, 18, 2, я не знаю, да. Типа за 16, а здесь его за 13 можно продать. Я просто вот боюсь, что мне больше ничего нормального не попадется. Ну ладно, все, за 5000 открываю и все. Сейчас за 5000 что-нибудь. Давай. Что-нибудь прям охренеть, какой опять камера, уже третий раз, блин. Так, а я все заказываю тогда. Это вот мы удаляем, это мы удаляем. Давай за 5000 бокс. А, да, за 5000 еще, кстати, можно и за 1000. Да ну все, больше ничего не попадется. Попадется, давай. Че, думаешь, там один раз только дается? Да я откуда я знаю? Опять. Опять она тоже. Опять. А ее также можно за 4,5. Ну типа да. Ну давай, короче, ее опять продаем и опять за 5 открываем. Так, за 5000, да? Ну давай, пожалуйста. Стой! Опять этот телефон, блин. Да, а за это я. Можно продать за 4. Да давай, короче, херачим. Все. Видимо, последний раз вообще открываю за 5000. Давай, пожалуйста, что-нибудь прям напоследочек. Да. Опять он. Опять он.
Нам не хватает 50 рублей. Серьезно? Да. Ты что, не помнишь? 4950. Все, надо остановиться, правда. Или может 50 рублей докинуть. Я правда, я просто не хочу все это продавать. Вот в чем Почему? Прикол. Почему? Ну нафиг тебе ЗТЕ? Ну типа продать его и... Да ладно, ладно, все, ладно. Все, давай. Ну притом мне даже на два не хватает. Понимаешь, в чем прикол за 5000, которые... Давай еще раз, пожалуйста, 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 пожалуйста. Наушники Philips. А давай их тогда ставим. Все. Наушники Philips норм, Хоко зарядка, пылесос Kickfot, Prestige Wise, Хоко микрофон и Samsung Tab. Вот так вот. Очень классная тема, которую вы же мне и предложили в комментариях. Набираем 10 тысяч лайков и открываю бокс, так скажем, я со своего аккаунта. И Вадим откроет со своего какого-нибудь вообще левого аккаунта. И посмотрим вообще, есть ли разница или нет между вот аккаунтом блогера и аккаунтом не блогера. Это, кстати, очень классная тема, которую вы сами же и предложили мне под видео, который там вот находится, на Павла Флайт. Все, с вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока.